Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас на концерте, посвященном дню рождения Московской консерватории. Праздничные фанфары прозвучали в исполнении брасс-ансамбля под руководством Ярослава Белякова. Дорогие друзья, наш вечер, как вы уже догадались, а многие знают точно, откроет церемония вручения наград Московской консерватории. Первая – это золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна. Этой медалью награждаются выдающиеся выпускники за беззаветное служение Московской консерватории, за вклад в сохранение традиций и развитие отечественной художественной культуры. Медаль была учреждена консерваторией в честь 150-летнего юбилея и с тех пор вручается ежегодно именно в этот день, 13 сентября. Лауреатами золотой медали становятся профессора, педагоги консерватории, посвятившие альма-матер 40 и более лет, имеющие особые заслуги в воспитании молодого поколения музыкантов и получившие широкое признание профессионального сообщества. Имена лауреатов буквально вписаны золотыми буквами в историю Московской консерватории. В фойе малого зала вы можете увидеть их на мраморной доске. Золотой медалью имени Рубинштейна в разные годы были награждены Геннадий Николаевич Рождественский, Сергей Леонидович Доренский, Наталья Николаевна Шаховская, Элисо Константиновна Версаладзе, Елена Борисовна Долинская, Владислав Германович Агафонников, Валерий Сергеевич Попов и другие выдающиеся профессора, которые, безусловно, достойны нашего отдельного почтения, уважаемые слушатели. И сегодня, вот уже по традиции, вновь будет вручена эта высокая награда. Золотая медаль имени Рубинштейна выполнена и предоставлена ювелирной компанией «Галерея Михайлов». Для награждения на сцену приглашаются ректор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор Александр Сергеевич Соколов, народный артист России, профессор Тигран Абрамович Алиханов, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, профессор Станислав Семенович Калинин, заслуженный артист России, профессор Сергей Иванович Кравченко, заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор Игорь Константинович Кузнецов. Александр Сергеевич, вам слово. Дорогие друзья, конечно, этот день для консерватории, да не только для нее, вообще для музыки, для мира музыки, это день особый. Это день подтверждения великой традиции, уже много лет передаваемой из рук в руки. И во всех поколениях. Но именно в этот день мы, конечно, отмечаем то поколение, которое всегда во все времена было и остается гордостью Московской консерватории. Это ее золотой фонд. И сегодня уже было сказано, на какой основе происходит отбор вот таких награждаемых корифеев нынешней Московской консерватории. Действительно, все они, как нетрудно догадаться, обладают уже всеми высшими государственными наградами, или, во всяком случае, многими из них. Но, тем не менее, особым теплом согрета именно та награда, которая вручает им их альма-матер, Московской консерватории. И вот это чистого золота медаль Николая Рубинштейна, которая по форме повторяет тот барельеф, который находится над сценой Большого зала. Это, конечно, уже семейная реликвия для каждого, кто на этой сцене получает это в такой торжественной обстановке. Ну и, конечно, возможность увидеть свое имя золотыми буквами на мраморной доске уже на лестнице малого зала, где этажом выше находятся, собственно, те имена на таких же досках, которые являются историей Московской консерватории. Наверное, это тоже совершенно особая честь. Поэтому сегодня и для меня особая честь моих коллег поздравить, вручая им ту награду, которая по поручению ученого совета, а награда вручается на основе тайного голосования. И таким образом уже вот это признание, это уже есть награда. Поэтому позвольте с вашим присутствием и под ваши аплодисменты эту торжественную церемонию начать. Дамы и господа, золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается Тиграну Абрамовичу Алиханову. Вы знаете, хочется сказать, не спрашивай, что должна сделать консерватория. Спрашивай себя о том, что ты можешь сделать для консерватории. Сегодня она нас собрала здесь вместе, и это лишний раз только говорит о том, что мы все принадлежим этой семье, мы все ее воспитанники, мы все обязаны ей всем своим существом и своей работой. Спасибо. Золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается народному артисту России, профессору Игорю Ивановичу Гаврышу. К сожалению, Игорь Иванович не смог присутствовать на церемонии награды, будет ему передана, но мы награждаем его своими аплодисментами. Ну, а не смог он присутствовать, потому что он работает. И, собственно говоря, это рабочее состояние, это тоже честь и доблесть нашего старшего поколения. Золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается Станиславу Семеновичу Калинину. Спасибо. Волнуюсь. Волнуюсь так же, как первый раз, вступая в храм музыки России, Московской консерватории. Я счастлив стоять на этой святой сцене, где я выступал с хорами, с оркестрами, и все время испытывал огромное волнение, что я еще не все сделал. Вот. Дорогие друзья, я чрезвычайно благодарен всем, с кем приходилось мне идти по этой трудной дороге музыканта России. Но это счастливая дорога. И я рад, что имею возможность сегодня тоже высказать часть своего чувства, сердца, души за то, что я опять стою на этой сцене, где долгие годы выступал с известными коллективами Московской консерватории. Святая сцена, на которой стою и благодарю и ученый совет, и ректора Московской консерватории Александра Сергеевича Соколова за то, что оценили мой скромный труд и готов служить далее. Спасибо. Золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается Сергею Ивановичу Кравченко. Я безмерно счастлив этой награде, которая несет имя основателя нашей альма-матер Московской консерватории. И я буду стараться дальше приложить все свои силы для того, чтобы оправдать такую высокую награду. Благодарю всех моих коллег, благодарю всех моих учеников за то, что они продолжают традиции нашей великой альма-матер. Ура Московской консерватории! Золотая медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна вручается Игорю Константиновичу Кузнецову. Позвольте мне выразить глубокую благодарность ректору Московской консерватории, профессору Александру Сергеевичу Соколову, ученому совету консерватории, членам кафедры теории музыки, выдвинувшим меня на столь дорогую и почетную для всех нас награду – золотую медаль в честь основателя Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна. За 50 лет работы на кафедре теории музыки Московской консерватории я имел возможность учиться у таких корифеев музыкознания, как Лев Абрамович Мазаль, Сергей Сергеевич Скрипков, Владимир Васильевич Протопопов, Юрий Николаевич Холопов и другие. Эту школу я никогда не забуду. Современная Московская консерватория – это наш родной дом. Творчество является непременным условием для всех, кто работает. И она всегда внимательна к талантливой молодежи и потому любима ею. Спасибо вам большое. Дамы и господа, церемония вручения золотой медали завершена, и под ваши несмолкающие аплодисменты мы приглашаем наших уважаемых профессоров занять места в зрительном зале. Поздравляем вас! Ну а поскольку любая церемония Московской консерватории никогда не проводится формально и всегда сопровождается каким-то музыкальным откровением, я хочу, чтобы вы также приветствовали тот оркестр, которым мы гордимся, и который когда-то создал один, то есть, вернее, самый первый обладатель этой медали Рубинштейна, Геннадий Николаевич Рождественский. Это его творение, и сегодня он и будет с вами. Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Но сегодня мы вручаем еще одну премию. Это премия «Меценат года» имени Саввы Ивановича Мамонтова. Она учреждена Московской государственной консерваторией имени Петра Ильича Чайковского в год 155-летия в целях возрождения и развития традиции меценатства, благотворительности и спонсорской деятельности в поддержку культуры. Вручая эту премию, мы выражаем огромную благодарность всем тем, кто постоянно оказывает помощь и поддержку Московской консерватории. Лауреаты получают диплом и памятную серебряную медаль, выполненную и предоставленную ювелирной компанией «Галерея Михайлов». И, что особенно приятно, в зале присутствует правнук Саввы Ивановича Мамонтова Николай Сергеевич Чернышов. Серебряной медалью «Меценат года» имени Саввы Ивановича Мамонтова награждается общественный деятель и меценат Татьяна Ивановна Мутко. Это тяжело, это лучше подержать. Я действительно очень хочу порадоваться тому обстоятельству, что у нас череда тех, кто знает, любит и при этом еще готов поддержать Московскую консерваторию, она нескончаема. И поэтому, когда мы вот такую награду учредили, тоже решением ученого совета, то был взят такой тоже начальный диапазон, не менее 5 лет. Отчетливо проявление своей преданности Московской консерватории. И вот Татьяна Ивановна тому образец. Поэтому с удовольствием ее поздравляю. Мне сейчас очень трепетно стоять на этой сцене знаменательной, которая история связана с великими мировыми известными именами композиторов, дирижеров, исполнителей, прекрасных педагогов. Большое спасибо, что Совет консерватории смог не только заметить мое участие в их жизни, но также наградить. Спасибо вам всем большое. Не передать то чувство, которое я сейчас испытываю. И память меня возвращает в школьные годы, когда меня принимали в пионеры, повязывали галстук. Ты себя чувствуешь настолько величественно в том плане, что ты можешь что-то еще дать стране. Вот если я сейчас, как ребенок, стою, и мне очень-очень приятно и трогательно. Соприкасаясь с этой наградой, с именем значимого человека в нашей стране, как Савва Иванович Мамонтов, у меня появился еще больший стимул для того, чтобы сотрудничать с этим великолепным зданием, с нашей великой и еще любимой мною консерваторией. Я очень-очень счастлива сейчас и хочу со всеми вами поделиться своим счастьем. Спасибо. Меценат года Татьяна Ивановна Мутко. Серебряной медалью «Меценат года» имени Саввы Ивановича Мамонтова награждается председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Михайлович Фрадков. Для получения награды на сцену приглашается заместитель председателя ПАО «Промсвязьбанк» Сергей Ревазович Платонов. Стоять на этой сцене огромная честь, на которой выступали такие великие музыканты. Сначала возьмите. Я уже здесь. Дорогой Александр Сергеевич, дорогие друзья, мы очень дорожим многолетней дружбой и всегда рады участвовать в проектах Московской государственной консерватории. Мы высоко ценим ту работу, которую проводит руководство консерватории и профессорско-преподавательский состав по долго думал, можно ли использовать это слово, но по выращиванию, по популяризации и поддержке талантливых музыкантов и музыкальных коллективов. Спасибо, что так высоко оценили наше скромное участие. Спасибо. Ну, как я и сказал, все-таки здесь главная в этом зале музыка, поэтому приглашаю вас к замечательному прослушиванию этой программы, которую мы приготовили именно с учетом того, что сегодня еще и продолжается юбилейный год Сергея Васильевича Рахманинова, великого музыканта, выпускника Московской консерватории, и на доске мраморной золотыми буквами уже прошлого, а теперь нет, уже позапрошлого века, 1892 год, большая золотая медаль Сергей Рахманинов. И поэтому сегодня вам предстоит эта радость общения с его музыкой. Ну, а я хочу выразить просто не только надежду, но уверенность, что та молодая традиция, которую мы установили, будет иметь такое же долгое и счастливое продолжение. Большое вам спасибо. Дамы и господа, на сцене концертный симфонический оркестр Московской консерватории, художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин. В первом отделении Иоганнес Брамс, к 190-летию со дня рождения композитора. 5 венгерских танцев. Дирижер Анатолий Левин. Брамс. Академическая торжественная увертюра. Дирижер Анатолий Левин. Дамы и господа, объявляется антракт 15 минут. На сцене концертный симфонический оркестр Московской консерватории, художественный руководитель оркестра, заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин. Во втором отделении Сергей Рахманинов к 150-летию со дня рождения композитора. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром до минор в 3 частях. Солист, заслуженный артист России, профессор Андрей Писарев, дирижер Анатолий Левин.